Новый проект Православной службы милосердия в Екатеринбурге – благотворительный секонд-хенд «Две лепты». Для того, чтобы заработать деньги на помощь нуждающимся, а также дать возможность всем одеваться красиво и по доступным ценам, в одном из торговых центров города открыли магазин. Там нет покупателей, ведь каждый, кто приобретает вещи, сразу становится благотворителем и вносит свою лепту в дела милосердия. Подробности у Надежды Калининой. У этого магазина самое что ни на есть евангельское название – «Две лепты». Напоминает нам о притче, которую рассказал Христос, когда вдова пожертвовала последнее, что у нее было. И вот история о том, что любая, пусть даже небольшая жертва, может стать очень важной, дала имя секонд-хенду. Сюда поступают вещи, которые нам жертвуют люди на Фучика 3, гуманитарный центр. Мы открыли магазин в этом году. До 5% вещей решили направлять на продажу для того, чтобы покрывать расходы гуманитарного центра, коммунальные платежи и оплату труда сотрудников, которые сортируют эти вещи. За день сотрудник гуманитарного центра сортирует около 170 килограммов вещей. И основная их часть раздается нуждающимся бесплатно. Также малоимущим людям в центре гуманитарной помощи выдают продукты питания, лекарства. И чтобы материально поддержать это доброе дело, был создан магазин «Две лепты». Помочь нуждающимся можно, как купив вещь в благотворительном секонд-хенде, так и безвозмездно принеся одежду на продажу. После того, как мы открыли свой первый магазин, стали прям специально люди приносить вещи на продажу. Что-то самое хорошее, самое красивое и новенькое приносят и говорят, вот это, пожалуйста, пусть пойдет на продажу, чтобы потом денежки пошли вам на службу. Так вещь не пылится в шкафу, а ей дарится вторая жизнь и возможность порадовать другого человека. Ведь в благотворительном секонд-хенде можно найти самые актуальные модели. Первое, что я всегда рекомендую посмотреть в секонд-хенде, это мужской пиджак. То есть мужской пиджак оверсайз – это, так скажем, находка, кладезь. Здесь можно найти несколько позиций базовых вещей, такие как пиджак, такие как джинсы. Да, такие как вот жакеты укороченные, например, на лето. Джинсы прекрасно сочетаются, всегда у нас будут хорошо смотреться с жакетом, да? Просто с белой футболкой. Это всегда благородное сочетание. Помимо одежды, здесь можно купить обувь, игрушки и книги. Цены доступны и начинаются от 49 рублей. Магазин работает в торговом центре «Мегаполис» ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Адрес Екатеринбург, улица 8 марта, 149. Подробности в группе проекта в социальной сети ВКонтакте.